Город Акаба расположен в южной части Иордании, у самой северной оконечности Красного моря, рядом с израильским Эйлатом, и так же, как и Эйлат, объявлен зоной беспошлинной торговли. Это способствует развитию шопинга, большому притоку покупателей со всего королевства и, конечно же, привлечению туристов. Сувенирные лавки, центры притяжения иностранцев, отличаются друг от друга не ценами, как обычно, а большим разнообразием. Практически бесполезно искать понравившуюся вещь по другой стоимости в другом месте. Владельцы магазинов стараются не повторяться в товаре. А ширпотреб во всех магазинчиках идет в основном по одной цене, так же, как и книги. Торговые улочки представляют собой вереницу небольших магазинчиков и лавочек, которые, характерно для стран с жарким климатом, закрываются на дневную сиесту. Несмотря на то, что это Восток, продавцы не любят торговаться. Есть объявленные цены, которые уже считаются низкими по умолчанию. Хозяин лавки специй Аль-Баба натер нас душистой амброй. Показал, как готовятся специи, и угостил самым вкусным в Иордании кофе. Здесь варят специфический кофе с кардамоном, а Аль-Бабы он оказался просто восхитительным. Восточный базар мало отличается от нашего южного, разве что помидоры больше похожи на яблоки, и сложно ориентироваться в цифрах, так как современные арабские здесь не популярны. Морепродукты иорданцы готовят очень вкусно, без излишнего увлечения специями, дабы не перебить сам вкус морского зверя. А приправы щедро украшают столы. Ресторан «Али-Баба» в центре Акабы пользуется большой любовью и у местных жителей, которые не прочь побаловать себя отменной кухней. Акаба – морские ворота страны. Крупный порт и курорт одновременно. И вся туристическая инфраструктура Акабы ориентирована прежде всего на людей, которые ведут здоровый образ жизни и всем остальным видам отдыха предпочитают по-настоящему полезный. Акаба славится своими возможностями, предоставляемыми здесь дайверам, включая организацию дневных и ночных погружений, тренинг и обучение на базе многочисленных клубов. Морские рифы, полные обитателей, подходят близко к берегу, поэтому мест для погружения здесь предостаточно. Несмотря на активно развивающийся в регионе туристический бизнес, Иордания надеется на то, что при умелом управлении сможет сохранить эти благословенные места в оптимальном состоянии на долгие годы.